Какие мечты? Что хотите выиграть? Все выиграть? Тоже хороший ответ. Талон Сыктывкарса том футболист ясен аслышика с тренировка. Свозномый наяс ушеде рощияса спортлан министр. Зон каяс утамад борща юашене Олег Матыцинлыш да кос ешене лоне чемпион ясен. Налан эм кодлыш бочный пример. Мини-футбол кужа лигалан кубокын нова генерация бочты сынёлед места. Аухта аслас историян медводжайш шедедес суперлигаен официальный трофей. Спрос большой. Мини-футбол, его очень легко. Мини-футбол – социальный спорт чикас. Быт шиктын школаан, эм не уджит зал, и ми вермам сыны ворсны. Новая генерация лан ворсыща с кожналысны спортсаминистлы, шарф да футболка. Кожен яслойсны и ивылын. Олег Матыцинлы – петкадлысны строитель Сыктывкар хоккейный клуб лыш музей. Команда анталын кучкык морт. Пышки ставныс сетчеш спортшкола сабыттас яс. Готовим резерв на данный момент. У нас работает... Дашь там резерв, миян вола нёльшо морт, даст тренер. Ветлам рощаса ордгишем ясвыла. Мечер ордгишемыс челядлен кюэм матч. Хоккеист яс тренер учене республика со стадион вылен, кода сьона выльмадысны. Выльщикас я веркас, как ям еще кюкшо морт вылэ трибуна яс, футболан ворсанын нёль, котралан ордым. Куштанок чечалан шектор да волейболан ворсан площадка. Стадионын некумын зал, манеж, эм запасное поле. Вольный вермашем, картинг, кокни атлетика да бокс. Тренер учены таны спортлен, кыж укмы шикасын. Кыж нёля дво комиен заводичес кык гырыш спортивный объект воштымчань. Объечуен физкультурный бурдачан комплекс, ухтан вермашем яслен шырын. Апрелин воштасны физкультурный комплекс мылдынын. Матыса объект яс лыжен котралан выль база яс Сыктывкарын да ижмаын. Это лыжная база в Ижме, ну потому что, понятно, лыжная столица Ижма, да, в части того, что она дала нам четырехкратную олимпийскую чемпионку Раису Петровну Сметанину, героя труда Республики Коми. Поэтому, конечно, мы в этом году вот сразу два объекта, вот лыжную базу здесь в Сыктывкаре большую сдаем. И, конечно, мы ее совместными усилиями сдадим, мы ее не остановим. Вот. Ну и вот в Ижме начали тоже долгожданную лыжную базу с тем, чтобы еще раз подтвердить, что традиции лыжного спорта в республике, они живы, и они продолжаются. Спортлан министр пасья, комин ужаланы профессионал яс, тренер яс, ветеран яс, унатом специалист, сичка регионлен эм спортивный аскелун. Строятся объекты, вводятся новые объекты. Сегодня я имел возможность пообщаться с детьми, с родителями, со спортсменами, профессиональными. И, конечно, динамика положительная, она видна невооруженным глазом. Мы с регионом работаем в полном взаимодействии, понимании задач, исходя из необходимости достигнуть комфорта, социального комфорта, самое главное, для людей, чтобы они могли заниматься тем видом спорта, который им нравится. Олег Матыцинлен волымы с помощи с баскетболом. Николу залез в очашлы с омскыш нефтянникад. И вермы с окмыздаснёль квайтымын куим чотен. Анастасия Михайлова, Ксения Лощева, Артем Соколов, Юрган, телеканал.